Всем привет, дорогие друзья! Господи, наконец-то я вышла на улицу. О, спасибо, видите, цветочек мне подарили. Большую свою часть я сижу дома, и мне так приятно просто выйти на улицу. Сегодня прекрасная погода, везде все цветет, цветы. Вот это вот малого забрала, хоть на самокате покатается. Потому что у нас завтра, послезавтра, ну и вроде немножко послезавтра, говорят в новостях, что нельзя будет вообще на улицу высунуться, даже ногой, ни в аптеку, типа ни в магазин, никуда. Сейчас столько всего цветет, вообще весна такая. Но правда у нас сегодня очень сильно воняет каким-то дымом, как будто где-то что-то горит, но непонятно где. Сейчас я вам покажу офигительные просто цветы, они как сакура, что ли. Сейчас. Не знаю, вы увидите ли вы во всей красе эти цветы. Они такие розовые, такие классные. Блин, хочется прям наломать и себе их. Но, конечно, этого делать я не буду. Ой. Но они очень красивые. Просто глаз радуется. Да? Классные цветы. Пахнут, да, ну дай понюхать, дай занюшить. Ну, приблизительно пахнут каким-то летом, весной, чем-то таким, да. Какая тебе нравится весна, лето, солнце, птички, цветы? Эрни, ты балдеешь? Да? Да. Смотрите, эти тюльпанчики. Ну, конечно, я, наверное, выгляжу как первобытный, но, блин, реально, я скоро как древний человек буду. Класс, такой красивый тюльпанчик. Мне уже даже тюльпаны кажутся просто шикарными цветами. Нет. Да? Нет. И так хочется на улице торчать. О, у нас тут в АТБ что-то завозят. Привезли продуктики, да? Погода очень радует. Все классно, тюльпанов много, все дела. Ну, все равно, что мы сейчас пройдемся в магазин и вернемся назад домой. И будем снова сидеть дома. О, белка, прикольно. Блин, я выгляжу как индюк какой-то с этой маской. У меня тут, блин, все давит, передавливает. И волосы высунуть тоже нет смысла. Что хотела сказать вообще? Зашла я в Варус. Там народу столько, что я просто даже стоять не стала, чтобы там что-либо купить. Потому что очень много людей, понимаете? Очень много их. А на улице тоже полно, кто-то в масках, кто-то без, но, в общем, всем это понятно, наверное, везде так, хотя, я думаю, что в некоторых не так, потому что я там слышала, читала, что есть там, где вообще нет людей, ну, вот так вот нам сказали, что на Пасху нам нельзя будет выходить на улицу, то есть суббота-воскресенье полностью у нас вводят чрезвычайную ситуацию, или как она там, положение, т.д. и т.п. И мы будем сидеть дома, а те, кто живет в частных домах, будет наслаждаться жизнью, жарить шашлык, кушать пасочки и радоваться солнечному дню. А мы вот так вот. Так что частный дом для меня это супер-пупер-класс. Кума молоток. Так круто, что реально не хочется заходить домой сейчас опять. Я надеюсь, что когда-нибудь у меня будет свой частный дом, и будет там все так, как я захочу, и я вам это покажу обязательно. И, ну, когда это будет, пока я не знаю, но я знаю точно, что это будет.